Привет всем. Тестирую Яги на Ячайме X4. Сейчас, значит, просто лечу без усилителей на антенках. Замеряем его максимальную дистанцию. Возвращаюсь, одеваю Яги, меняю аккумулятор, соответственно, и уже смотрим на результат. Значит, высота 120 метров. Скорость, видим, очень низкая почему-то, 4 метра в секунду. Хотя такие дроны летают обычно 6. Вот. Лечу по ветру. Непонятно, почему он так ограничил. Ну, на самом деле, что 4, что 6, одна фигня. Все равно очень медленно. Вот. Дистанция полета тоже отображается не совсем корректно. Она завышает. Завышает, причем прилично. Вот, смотрим. Все, связь начала сыпаться. Картинка зависла. 3,185. 3,200. Вот, 3,200. Все. Дальше включился автовозврат. На автовозврате дрон летит побыстрее. Там 6 метров в секунду. Хоть и против ветра он летит. Ну, не суть. Сейчас возвращаемся. Да, тут что-то подзаглючило, FPV-шка не отображалась. Пришлось из приложения выйти, заново зайти. И как бы картинка появилась. Ну, в общем, 3200. Это без усилителей. Сейчас одеваю усилители. Батареечку поменяю и посмотрим. И по заряду батареи. Вот сейчас первый этот полет как-то... Не знаю, сожрала батарейку что-то быстро. Батарея новая, но как-то вот на 20% получается вернулся. Сейчас батарейку подогрею, другую, на тепленькой. Вот, все, батарею поменял, Яги одел. Единственное, что сейчас выключил GPS-мод. В АТТ режиме полечу, ну, чтобы хоть как-то побыстрее, потому что 4 метра в секунду — это очень утомительно, долго. Видим, что сейчас скорость 12-13 метров в секунду, гораздо быстрее. Сейчас к 3 километрам подлечу и включу обратно GPS. Вот, ну, смотрим, сколько Яги нам прибавит. И видим, что, ну, нисколько они не прибавили. Там 50 метров — это как бы ни о чем. Все, включился автовозврат. То есть на этом дроне почему-то Яги не работают. Хотя на других дронах вот эти Яги я испытывал на всех. Результат был офигенный. Прибавляло там процентов 30-40. На Ячайме X4 Яги не работают. Вот, может быть, какое-то даже программное, что ли, ограничение. Не знаю. Но, в общем, результат вот такой. Все, спасибо за просмотр, всем пока.